Так. Ну смотри, чтобы в конце боя тебе туда не попал русский снаряд. Или мина, тем более. Так, идет усиленная перестрелка. При этом мы не видим противоположной стороны. Либо немцы просто бьют наугад вместо полосы, либо заметили, как и мы, появление нашей пехоты артиллеристов. Вот они там прячутся среди крайних деревьев. Кавалерия снова выдвинулась. Но теоретически немцы сейчас их не замечают. Огромные ивы или липы. Вот я увидел, появляется головная пехота, и немецкая гаубица открыла огонь. На разведку выехал мотоциклетный расчет. Его пулемет усилит оборону в первой линии окопов. Ну вот, и появились наши первые автоматчики. С другой стороны, наша артиллерия начала обработку переднего края немцев. Это заставляет мотоциклистов уходить. И тут немцы мотоциклисты подходят наших туристов-артиллеристов. Конная разведка пытается взять диван за то, что произошло украинцы. Продолжает бить наша артиллерия. Приходится банить со ствола. Это орудие еще Первой мировой. Говорит о том, как плохо вооружение немцев теперь. Так, наша пехота пошла, а первая волна захватывает фольварк и занимает первую линию окопов. Молодцы, только чуть быстрее. Быстро, быстро, иначе подольет противник. Так, грамотно действует артиллерия. Только артиллерийским огнем сейчас можно сдержать передвижение наших резервов и попытаться уничтожить первый взвод, который занял окопы. Можно заметить чистота и густота огня. Можно определить в реальности. Так, появились наши резервы. Бегом! Еще быстрее под огнем. Ходить нельзя. Прогнем на так, разворачивается еще два дыма немцы могут предпринять обходное движение. Пытаются взять наш фланг. И я вижу, что они это начали делать. На своем правом фланге они выдвинули отделение. Переднего края.
наши пытаются взять наш фланг, но неудачно. Они все потеряли, но все обратите внимание, они потеряли пулемет. Это очень нехорошо. Подъезжая пулеметная точка, это важно. Теперь мы не чувствуем, что я отказываю это дальше, возвращаясь в свои окопы. Сейчас надежда только на голову. Или на мёд. Может скоро накрыть миномет. Миномет посылает свою мину. Ни та, ни другая сторона не рискует. Ну вот еще один отряд парней со своего флага. Кавалерия атакует немецкое орудие, но не смогла взять. Снова бьет миномет. А немцы готовы к гаубице. Уже устарелся конструкция, видите, характерный слепок, который нуждает до этого времени. Но старушка честно выполняет свой долг. Было предостаточно. А ждать, пока у немцев кончится боеприпасы, проблематично. Надо ставить войска хорошо, сжали в землю. То есть так, что настоящее поле боя. Ну, это паллиативное решение. Хотя, конечно, командир хорошо объяснил.
Получили наши пушки. Судя по всему, не надо быть пророком. Ну, ребятушки, вперед, ура! Последнее усилие! Выставитесь на поле! Давай, 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 царица, полей! Поливай из мыша! Поливай из янтарей! Ну, еще секунда, еще! В таком же скаченном бою в плен не берут, как правило. Взяли. Взяли. Плен. А, овец, конечно. Возьмем фольварка жуткий.